Приветствую вас, Алиса. Значит, смотрите, первое, это, наверное, то, что вы почему-то, ну, как бы, отстраняетесь от ситуации, то есть вы говорите о жене и ребенке так, как будто это не вы, я так полагаю, что это вы. А вот, и если это вы, то не совсем понятно, почему вы о себе в третьем лице. То есть это такой вот механизм защиты, знаете, отстранения. То есть как будто не со мной это происходит, но, к сожалению, это происходит с вами, и чем быстрее вы это для себя поймете, тем, наверное, будет для вас лучше, да. Быстрее вы начнете проживать. Это первое. Такой вот первый момент. Второй момент, который я хотел вам, наверное, сказать, да, это то, что, ну вот, на мой взгляд, у вас были проблемы, значит, с мужем, да, вот, еще задолго до того, как родился ребенок. Вот мне так почему-то мне так кажется. Вот, ну вот, если у меня такое какое-то вот подозрение, что ли, потому что, ну, явно здесь у мужчины, да, есть какая-то такая акцентрированность, значит, на, ну, проблемах своих мужчин. Вот, я не знаю, конечно, да, я просто говорю о том, что, ну, о том, что мне видится, о том, что мне кажется, да, и так далее. Вот. То есть я не пытаюсь сейчас как-то вот, значит, ну, обесценивать либо вас, да, либо мужа, вашего. Вот, мне просто кажется, что тут есть какая-то проблема, и то, что делает ваш муж сейчас, он, ну, в общем и целом, просто демонстрирует вот некую, ну, такую вот проблематику, что ли. Вот. Вот. И тут уже вы, мне кажется, в некоторой степени решаете, почему,
продолжаете быть человеком, который вот так к вам относится, да, почему вы продолжаете быть с тем, кто вот, ну, кто так себя, так себя ведет с вами, да, вот, и прочее. То есть мне кажется, что это в первую очередь очень важный момент, вот. То есть понятно, что у мужа есть некие сложности, это понятно. Но, на мой взгляд, есть сложности и у вас, и вам нельзя забывать об этом, вам нельзя забывать о том, что сложности есть и у вас, в том числе, тоже. И что вот как раз поступая вот так, как вы поступаете, да, то есть, ну, в некоторой степени, терпя это, в некоторой степени, терпя это, позволяя мужу, вести себя так, вы очень сильно вредите себе и ребенку своему, вот, и не совсем понятно, почему вы с ним вместе до сих пор. То есть, вполне может быть, что мы здесь говорим про созависимость, вот, как таковой, тут мы говорим именно о созависимости, мы здесь говорим именно о том, что вы человек, ну, вы зависимы от человека, мы здесь говорим о том, что вы не можете без него. Вот. И если это так, то это вне всякого сомнения очень тревожно для вас, очень болезненно для вас. Вот, поэтому с этим нужно что-то делать, вот, как правило, это, вот, созависимость возникает, когда человек обладает заниженной несколько самооценкой, когда человек сомневается в себе, боится одиночества, не верит в себя, есть проблемы с самореализацией, вот, и, собственно, прочее. Вот, ну, то, что если вы мама, да, то вот хочется спросить, конечно, как вы пришли к тому, чтобы, собственно, родить, как вы к этому пришли, как пришли к тому, что вот решили рожать ребенка, вот, насколько это было сознательное решение. Насколько вам этого, образно говоря, хотелось, вот,
Ну и что произошло дальше, я полагаю. Потому что совершенно очевидно, что что-то пошло не так, да? Вот. Ну, далее, на мой взгляд, вами совершается ошибка. Ошибка совершается в том, что вы верите своему мужу, что он перестанет пить после того, как родится ребенок, потому что ребенок никогда не решает проблемы, вот, ничьи. И вы здесь, ну, на мой взгляд, просто бежите от них, а вот, на мой взгляд, вы просто убегаете от проблем. К сожалению. И мне очень важно понять как раз-таки, почему вы это делаете. Как вы к этому приходите? Почему вам легче поверить, например, в то, что муж перестанет пить после рождения ребенка, чем то, что ему чего-то не хватает, например, чем то, что у него есть какие-то сложности, какие-то трудности, да, и прочее. Вот. То есть, мне кажется, это такой очень, ну, очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот. Я думаю, что примерно, ну, примерно так можно ответить на вопрос, который вы задаете. Вот, ну, именно сейчас, именно вот. Именно на данный момент. И, соответственно, вы спрашиваете, что делать. Вот. Вы спрашиваете, что делать, вы спрашиваете, что в этой ситуации делать, да? Понимаете, чтобы вам ответить, нужно более подробно исследовать ваши, ну, отношения с мужчиной. А вот, как мне кажется, потому что пока просто вот, ну, не очень понятно, что вас объединяет, да, что между вами общего, например, почему вы вместе, например. То есть это мне пока не ясно. Вот. Разобравшись с этим, можно будет уже дать вам ответ куда более такой развернутый, что ли. Вот. Пока что мне
кажется, что вы сами не очень хорошо понимаете, что вам нужно. Вот. Это вот то, что я думаю на сегодняшний день, на данный момент, то, что я думаю по поводу ваших отношений с мужем. Вот, обязательно поисследуйте тему созависимости. Вот, мне думается, это очень важно, если вы это сделаете, преследуете тему созависимости. После этого вам нужно будет заняться терапией, вот, поднять самооценку, работать с личными границами своими. Вот. И дальше, я думаю, проблема будет потихонечку решаться. Вот. Ну, именно, что потихонечку будет решаться проблема. Вот, не сразу будет решаться проблема. Вот, такие моменты сразу не решаются. И от, ну, какие-то вещи, привычные модели поведения вам, скорее всего, придется менять, потому что это очень, ну, деструктивно для вас будет. Вот, но в целом я думаю, что все более чем решаемо, если вы, конечно, захотите это решать. И если вы не готовы это сделать, допустим, для себя, если вы сомневаетесь, то сделайте хотя бы для ребенка, которому, ну, явно не становится лучше от того, что у него такое вот, ну, такое детство, да, вот. Я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Подумайте хорошо над тем, что я сказал. Я постарался максимально раскрыть ситуацию. Вот, я надеюсь, это, ну, будет вам полезным. Если понравился мой ответ, вот, то буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.